Ну, люди считают, что не нужно, вот по наслышке людей, по разговорам, что это не следует делать. Да один бы справился только со всеми нашими нуждами. А второй, что он будет делать? Второй, хорошо, один будет губернатор, а второй, какие у него обязанности будут у второго? Я не знаю их, но я хочу сказать, что хватит одного. Вы имеете в виду Деева и еще кого-то? Да зачем город небольшой? Зачем два? Одного достаточно. Ой, их сколько ни ставь, хоть 10 штук, была бы польза. Ой, ну мы как-то в политике не очень, но я думаю, что нет. Городскими делами. Ну мы так думаем, а чем на самом деле, не знаем. Шухин, значит, исполнитель, я так представляю, а Деева представитель. Киселев, по-моему, да? Нет? Шухин? Шухин? И еще, а второго не знаю. Глава администрации, у него, видимо, свои какие-то особые обязанности. Может быть, даже, он, наверное, может быть, курирует ЖКХ, курирует там медицину, курирует образование, я так полагаю. Шохин и... Ну, женщина, я не помню ее фамилию, но я ее представляю. Деева. Ну, конечно, он же не бесплатно должен работать, каждый труд должен оплачиваться. Ну, а почему нет? Каждый за свою работу обязан получать зарплату, я так считаю. Среднюю, чтобы понимать, как живут люди в городе. Ну, небольшую достаточно, если как представитель города. Если функции, смотря по функциям, какие функции будут выполнять.